Всем привет! Мы тут проснулись. Хорошо, что камера не передает запахи. Я думаю, вы бы ужаснулись от моего перегара. Вот. Хотя окошко уже открыто минут 10. Капелла вредничает, говорит, типа, не буду ссать на пеленку, надо, типа, выходить быстрее, да, Капелюха? Вот, сюда можешь кекать, писать. Ты вчера примерно сюда это делала, и она мне вчера на руку нафигакала, пока, короче, мимо пеленки пыталась насикать. Я ей подставлял пеленку, тепленькая штука такая, из нее льется. Горяченькая. Да? Поэтому можешь вот здесь вот, под пеленкой пахнет, вот сюда можешь прям сикануть сейчас. Нормально будет. Главное не на ковровое покрытие там где-нибудь около лифта, а? Ну и все, мы, в общем, собираемся, выходим. Сегодня мы точно не опоздаем на Сапсан, и, может быть, там нас... Не может быть, а точно Серега должен подъехать на вокзал, проводить нас. Такую кроватку бы, да, домой? Да. Ахую. И... О, Прикольно. пришла! Пришла! Иди сюда! Иди сюда! Идем! Капелла, я думал, ты прилежешь тут передними лапками на меня так. Капеш, иди сюда. Иди сюда. Да что ты делаешь? Да... Иди сюда. Не садись, а вот сюда лапки, лапки, лапки. Вот так, вот так. Молодец. Не хочешь сниматься, да, сегодня? Как будто тоже бухала, а? Бабульчик, спасибо за шоколад. Алка. Алка, ухо, а вы рялка. Жалко, я вчера не снял, да, как Даня сок открывает, трубочку вставляет, такой, на, капелла, пей. Даня вообще Я такой, мой не надо, герой. она не сможет. И он такой, типа, я плохой. И прям такой, как все к себе. Блин, что происходит? Я встала, спасибо, хорошо. 35 Достаточно. будильников. Я боялась проспать. А, сахара-то нету. А сахар, а сахар, а сахар. Капелла, на пеленки можно сходить. Короче, ребят, вы вообще супер крутые. Я вчера, мы что-то набухались немножко Жигульбе, и я вместо стрима вчерашнего удалил вчерашний влог, последний, не вчерашний, позавчерашний. Ну, короче, последнее видео. И сегодня перезалил, вот как проснулись. Блин, вы офигенные. Вы написали те же комментарии, которые вы писали, когда он был, короче. Это реально круто и угарно. Я пытаюсь отвечать так же, как отвечал тогда. А, там дует как раз, наверное. Валяйся, валяйся, капелла, ну. Вот, да. Чё ты? Вылечься не можешь. А ты чё, в камере? Да. Серега нас должен уже где-то ждать здесь. Будет нас провожать все-таки. Красиво здесь, да? Все вокзальчики. Он Серега. Здорово.
Все через нас. Пятую точку получилось. Ну, у тебя тоже, да, там на работу. Вот вокзал. Без разницы, да? Вот. Всех привет, передавай. Всем привет. Прям перед входом в вокзал еще одна подписчица узнала, подошла. Прикольно. До ништяк приехали, у нас еще 1:10 до отправления поезда, короче. Отлично. Главное не уснуть на вокзале теперь, чтобы не пропустить поезд. Или нет? А? Щенок? Не, 2 года уже. Девка, да. Серега немного повредил ногу, короче, садимся туда. Ну и насколько можно заметить, мы, короче, сели вот здесь. Серега сел туда, и все рухнуло. Ну, там просто ножка сломана. Заметить, сломана она была не мной. Да. Это было эпично, блин. Жалко, камера была выключена. Сидим, короче, занимаемся... Занимаемся похмельем тут чуть-чуть в пакетиках. Как змеи Горынычи. Огнедышащие мы сегодня. Жигульба. Мне кажется, что Жигульбас должен тебе уже приплачиваться. Да. Вы там задумайтесь. Кстати, в Питер почему-то не возят. Из Краснодара пиво возят в 2 раза дальше, а вот из Самары в Питер не возят. Как раз в тот момент прошу, когда бросаем. Она почему не приехала? Работает. А, работает. Да. Ну, мы с тобой заочно знакомы. Лена, привет тебе, собственно. Это было под предлогом пустой бутылки. В общем, я не знаю, что встанет там, ну, блядь. Встанет. Что я вставлю, что не вставлю, то есть. Короче, привет тебе. Ну да, 0,5 похмелило, короче, немножко, и вот, все нормально. Нам надо пилить в конец. За полчаса мы должны успеть, короче, у нас, наверное, первый вагон, получается. Он же 18-й. Фоточка? Да, что мы не опоздали. Капелла, не нервничай. Разговорилась что-то, да? Ну что, короче, гулять мы приедем в следующий раз как-нибудь. Без всяких других дел, налегке с бабакой. И посмотрим Москву нормально, поснимаем в этот раз. Сорян. Хорошо, что я взял на 2 бутылки больше. И одну еще мы угостим Серегу. Серегу. Сереги от Сереги. Все, садимся, короче, пора, наверное. У нас осталось 10 минут до отправления. Постояли, поболтали. Короче, первый раз мы поедем на Сапсане. И, естественно, буду делиться своими впечатлениями. Давненько. Читер хочу. Читер. Да, здесь поудобнее, чем в автобусе. Гораздо. Даже есть подставочка под ноги. Можно их и вытянуть, в принципе. Ой, какая плавная, плавный старт. Ой, не надо нам такой рекламы. Смотри-ка. Не маленькая. Там, видишь, проектор на... или цифровые панели? Вижу.
классно. Просили подержать собачку. Джесси вроде зовут. Вон хозяин пошел. Ну подожди, подожди. Подожди, подожди. Сейчас вернется. Сейчас вернется. Стой, 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 стой. Ну, 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 не нервничай, не нервничай, сейчас придет. Сейчас придет. Ну, хорош, хорош. Тише, 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 тише. Тоже начала подрывать такая. Побьешь, а? Джесси, Джесси. Вот скучает, да? Поддерживаешь, да? Это хаски? Да. Нехорошо меня подставили, можно сказать. Они все начали кричать. И это, собственно, не очень комфортно. А хозяина так и нет. Попал тише. Джесси, Джесси. Скинули собаку. Скинули собаку, да. Шашлык хочу. Шашлык? Ну, почему-то посмотрела на гаражи и захотелось шашлык. Потому что, наверное, ассоциация с видосом, где мимо гаражей топаем, да, на камни. Да. Я хочу в Самару. Тоже хочу съездить в Самару. На острова там отдохнуть, повелиться. Все острова давным-давно открыты. Это песня. Да. Не помню такой. Когда будет интересно пиковая скорость? Едет, короче. В Химачах. Очень плавно, тихо. Все здесь так прям классно сделано. Очень понравился поезд. И это уже быстро, скажи вам. Мило, смотри, как у меня секутся волосы. Один на три. Смотри, какая скорость. Нифига себе. Волосы. Якутца. Офигеть. Круто. Неплохо, неплохо. Ну, оказывается, в Самару тоже на таком можно доехать. Ну и, наверное, это будет сколько? В два раза дольше, 8 часов всего. Вообще отлично. На самолетике все-таки сколько там? 2-2,5 часа. Ну, мне кажется, по цене одно и то же будет. Лучше на самолете, да. Добиваем Жигульбе, расслабляемся, ножки можно вытянуть, прям кайфец, плавненько, тихо, чисто. Народа нет. Кондиционер. Вообще прям очень классно. Никто не храпит, никто не воняет. Кроме нас. Улетел просто. Что-то быстро, да? Да, просто 2 секунды и все. Так? Это суммарная скорость. Наша плюс 2. Поэтому так получается. Большая вода. Очень прикольно на Сапсане. Короче, даже не устаешь. Я бы даже с радостью на Сапсане доехал до Самары. Очень удобные сиденья, очень удобно сделано, очень много. Вот там есть мониторчики, они, и, допустим, сколько? 4 штуки на вагон, в каждую сторону направлены, и звук
между сидений. То есть можно ставить сюда наушники, регулировать громкость. Классно, можно посмотреть фильмы, социальную рекламу. Да, мы отсматриваем отснятый материал с Pet Shop Days. Забавненько. Пойду-ка я тоже схожу, исследую. Интересно, что там. О! Классно. И мы решили не ехать сразу домой, а погулять по городу где-нибудь, я не знаю, поесть шалушки, взять пивка, различные на газончике, кайфануть. Бабаку погулять. Бабаку погулять, ой, кладбище. Ну, да. Однажды мы все там будем. Такое тоже бывает. В целом, Сапсан очень круто, совершенно не устали за всю дорогу. И такой в теле выходишь после него, и такое приятное качение, как будто ты до сих пор в нем. Сначала по Питеру, мяг. Я тоже. Прям как реально домой приехали. Вообще круто. Мы решили, короче, пойти от вокзала прям по Восстание. Упремся в Чернышевскую, там вроде как достаточно свободная набережная. Посидим, покушаем, отдохнем, кайфанем. Подъедет еще знакомая наша. И, может быть, поедем уже домой, не знаю. Не знаю, что как сегодня будет разворачиваться события вообще, но пока вот так. Пей, пей. Все? Не велась? Красота. И реально так все размеренно. Вот даже сравнивали подписчики, да, нам, по-моему, рассказывали, что, допустим, заведения в Москве какие-нибудь закусочные устроены так, что ты по бырику забегаешь, быстренько перекусил и убежал дальше работать, походу. В Питере идешь. Это не столики. Кстати, рассказывал. А кто? Ну, вот эти вот скетчи, кто делает. Да, точно. Не помню, как канал у них называется. А, в переноске? Ну, тогда, в принципе, можно, но, наверное, не надо. Ну, вот они, короче. А если вон столики, все сидят, кайфуют. Очень крутое. Пойдем. Как аккуратно мне нравится, еще выточена даже плитка под столбы все. Собственно, мы на Чернышевской и надо дойти на Литейный, наверное. Или Литейную. За нашим любимым блюдом, шавухой. И подкрепиться, дождемся здесь Лену и пойдем, скорее всего, на набережную. Шавуху нашли просто вкуснейшую, супер соус, вообще прям классно. Я сначала расстроился, что нет ничего типа халапеньи, но острого.
Но это прям круто. Короче, супер крутая шава на пересечении Чернышевского и Чайковского. Такая небольшая стоит, типа как... Как она называется? Такая... Ну как вон кофе, только на этой стороне. Одна шавуха, и ты обожрался просто в хлам. И очень вкусно. Все свеженькое, классно делает. Удобно? С ней вот так в самолете можно как. Ну да. И в паровозе. Нельзя, нельзя. Ну хотя, что нельзя, ходи. Только пиво не роняй, и нормально все будет. На, жопу повыше. Че, шавой пахнет? Нету больше все. Да, 4 года мы не виделись. Ну да, дня 4. Пожарная семья. Я тоже хочу, пожалуйста. Пожалуйста, да, вот. Пришли на Троицкую площадь. Собственно, перед нами, передо мной сейчас Петропавловская крепость. Вон торчит шпиль. Какой-то памятник узникам ГУЛАГа. Девчонки ушли взять попить. И... ну, в туалет, наверное. О, бабака. Ну и все, сейчас будем выдвигаться домой. Уже стемнело достаточно. В общем, всем пока, ребята.